Санья – самая южная точка провинции Хайнань. Единственный приморский город в Китае, который находится в тропическом поясе. Синее море, голубое небо, яркое солнце, золотистый песок, горы и леса. Это место славится своей обширной береговой линией, палящим солнцем и мягким прохладным бризом. Омываемая с трех сторон морем, Санья круглый год привлекает туристов со всего мира. В последние годы город стал особенно популярным среди путешественников из России. Залив Ялон находится в 28 километрах к юго-востоку от центра города. Солнце там почти всегда светит ярко. Среднегодовая температура 25,5 градусов по Цельсию. Песок в этом заливе очень мелкий, что делает его идеальным для активного морского отдыха. Температура воды в заливе 23 градуса, поэтому купаться там можно даже зимой, из-за чего пляж прозвали «Восточными Гавайями». Вдоль 8-километровой береговой линии протянулись ряды кокосовых деревьев, экзотических цветов и многочисленные отели на любой вкус, которые освещает залив Ялон всеми цветами радуги. Здесь собраны все известнейшие мировые отели, которые предоставят все необходимые для вашего отдыха условия. Вам будет настолько хорошо, что не захочется возвращаться домой. Тропический заповедник Янада на 15 километрах от центра города. Пройдя лежневки в густом лесу, крутые каменные ступеньки, подвесные раскачивающиеся горные мосты и взобравшись по стальному тросу на вершину водопада, вы сможете от души побеситься в воде. Разбив палатку в этом заповеднике, вы по-настоящему насладитесь волшебством местной тишины. А в местечке под названием «Веселый тропический лес», который может вместить до 2000 гостей, вы сможете своими глазами увидеть красочное представление народных стилей. Протяженность острова обезьян, на котором обитает 2500 макак, больше 10 квадратных километров. Там вы повеселитесь от души. Не пропустите тот момент, когда после свиста сотрудника острова обезьянки побегут на кормежку, отчего деревья и трава затрясутся. Некоторые макаки прыгают и вертятся, другие же раскачиваются на деревьях. Но в мгновение ока они собираются вместе и начинают есть, шуметь и драться. Вы также сможете увидеть очень смешное обезьянье представление, в котором даже сможете потрогать обезьянку. Остров Фуджоу находится в 30 километрах от центра города. Один из немногих островов в мире, где нет подводных рифов и булыжников. Вода вокруг острова кристально чистая, что сделало его самым известным в Китае местом для дайвинга. Вам откроется удивительной красоты подводный мир с разноцветными кораллами и тропическими рыбками. А опытные инструкторы расскажут вам об основах дайвинга, а также вместе с вами совершат погружение в морские глубины. Наньшаньский сад буддийской культуры – это центр духовного самосовершенствования и один из мек китайского буддизма. В этом саду прямо у моря стоит 108-метровая статуя богини Гуанин, самая большая из статуй этой богини в мире. А высота этой богини милосердия, выполненная из золота и драгоценных камней, 3,8 метра. Для ее создания использовалось больше 100 килограммов чистого золота, больше 120 каратов бриллиантов, несколько тысяч жемчужин, а также топазы, изумруды и другие драгоценные камни. И выглядит эта богиня словно живая.